Здорово, друзья, это Ник 86, и в этом видосе, ребята, ништяки на Весту. Так, понтовые классные ништяки. Смотрите, как здесь все большое, тяжелое, интересное. Так, сейчас все раскрою и покажу. Итак, ребята, лето будет очень-очень жарким. И чтобы мне не упакать этот салон, вот этот красивый салон, эту красивую кожу я заказал. Шторочки, ребята. Ну что, ребята, смотрите, что я заказал. Передний комплект шторок. Передний. Так. И задний комплект. Мега шторок. В общем, для прикола взял такие шторочки. Вон на те треугольники. Если влезут, будет интересно, что и как. Ну, прикольненько. Так, давайте вскроем здесь передний комплект. Так, упаковочка маленько другая. Раньше там был целлофанчик такой прозрачный. Здесь другой. Да, премиум. Самые дорогие, самые четкие шторочки. Так, мануал. Так, вот они. Магнитные. Да, и на всякий пожарный скажу, то, что комплект, в принципе, этот не нужен на эту машину. С такими шторками я уже ездил. В общем, встают идеально. Всегда кайфую, когда снимаю этикеточку. Кайф, новенькая. Итак, естественно, заряженные пацаны знают, что такое шторочки, как их ставить, но я для новеньких. В принципе, вот, все, поставил и все. Сейчас только мы изгибаем по кузову. И все. И если магниты не достают где-то, просто клеим закладные. Так, вот этот магнит маленько не достает. Загибаем. Все. Смотрите, как все получается. Но в идеале, конечно, поставить закладные. К закладным магнитится вообще суперски. Я советую все-таки лучше поставить их. Да, ну-ка. И вот шторочки. Бомбезно. Трокот, все дела. Четенько. Так, давайте сначала так приставим, посмотрим, где нужно загнуть. Вот здесь вот лепится намного интересней. Так, вернее, магнитится. Также в этом месте. Вот. Ну-ка. Маленько борщинул. Возвращаем. Ну вот, смотрите. Все. Все окей. Вот так все выглядит, ребята. Смотрите. Да, разница есть. Вот тонировка. Она зеркальная, можно сказать. Я вижу себя. Здесь я, естественно, ну, тоже вижу, но не так темно. Но смотрим. Опа, опа. Мне нравится. И, ребята, если вас ДПС останавливает, просто тянем. И у нас все по-заводскому. Все четенько. Ребята, еще для чего они мне нужны? Да, чтобы сохранить салон, чтобы здесь уже ничего не выцветало. И не была такая дикая температура на жаре. Нету кондея. Да и мне нафиг не нужен, потому что я от него болею, то и дело. Вот. В чем прикол? Опускаю стекло. И при хорошей скорости... Реально ветер не задувает в лицо сильно. Так вот, салончик освежается, но в лицо ничего не дует. В салоне получается прохладненько, и вы не заболеете. Ну и смотрите, вот, взял маленькую шторочку. Сюда так вставлю. Вот так в распор. И пусть будет. Все. Не мешает. Скрипеть ничего не будет. Здесь резинка. Вот так пускай будет. Вот так по красоте. Мне так нравится. Что тут? Ну, уже лучше. Уже лучше. Уже не так жарко здесь будет. Нормальненько, в общем. Все устраивает. Так, ну, естественно, если хотите, все-таки наклейте комплект. А точнее, лучше наклеить вот сюда. Ночью не так хорошо видно через них. А днем... Никаких проблем просто нету. Все видно, смотрите. Ну, все наклеил, смотрите.
И теперь магнитится идеально. Все. Закрывается и не болтается. Ну-ка, отсюда как. Да, все. Все устраивает. Ну что, ребята, на этом все. Теперь мой салон, не аквариум. Теперь здесь не будет так жарко. И кожа сохранится намного дольше. Все, ребята, ссылочка будет в описании на эти шторки. Всем удачи и пока!